Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Skyrim. И все? Вот так вот просто прийти, убить ледяное привидение и вернуться к Галмару? А он не мог что-нибудь пооригинальнее придумать? Камень-змея. А что дает камень-змея? Змеи могут на расстоянии поразить врага парализующим ядом. Вы можете выиграть... А я не знаю, какой у меня знак, ну ладно. Пока я не буду его активировать, этот знак. Вот. Так, давайте теперь пойдем обратно к этому чуваку. В королевский дворец. Королевский дворец. Та-дам-дам, 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 та-дам-дам. Та-дам-дам, та-дам-дам, та-да-да-ди-да-ди-дам. Та-дам-дам, та-дам-дам, та-дам-ди-дам-ди-да-дам. Так, а сколько у нас время-то? И почему так долго загрузка идет этого королевского дворца? О, время уже без 25, нам не так много осталось. Но я думаю, мы как раз на Скайриме и остановимся. Вот. Напомни мне, зачем мы теряем время и расходуем ресурсы, гоняясь за легендой? Мы даже не знаем, существует ли она. Ярлы недовольны. Так, чувак. Не все они поддерживают тебя. Ходишь и дышишь. Я проспорил Ульфрику бутылку. Не думал, что... Не думал, что мы тебя еще увидим. Я тебя недооценил. Ты определенно подходишь братьям Бури. Пора это узаконить. Ты хочешь дать клятву? Ты хочешь сказать, что отправил меня на смерть? Вовсе нет. Это была проверка твоих способностей и твоей решимости. Я не был уверен, что ты с нами всем сердцем. Но теперь я вижу, что ошибался. И рад этому. Итак, если с нежностями покончено, тебе предстоит дать клятву. Дать клятву? Перед тем, как вступить в наши ряды, тебе придется поклясться в верности ярлу Ульфрику Буревестнику, будущему верховному королю Скайрима. Кроме того, ты присягнешь братьям Бури, Скайриму и его народу. Окей. Руби имперцев сколько угодно. Это еще не значит, что ты принадлежишь к братству Бури. Мы не просто деремся с имперцами. Мы боремся за то, чтобы вернуть Скайриму его славу и дать стране короля, которого она заслуживает. Так, хорошо, давайте дадим клятву. Вот и молодец. Дав эту клятву, ты станешь одним из нас. Народным героем. Истинным сыном Скайрима. Братом Бури. Повторяй за мной. Клянусь честью и кровью служить Ульфрику Буревестнику. Клянусь честью и кровью. Ярлу Виндхельма и истинному верховному королю Скайрима. Да будет Талос мне свидетелем. Да свяжет меня эта клятва до смерти и после нее. Блин, а если этот Ульфрик помрет, то чё, всё? С моим господином и с моими братьями и сестрами по оружию. Слава братству Бури, истинным сынам и дочерям Скайрима. Окей. Теперь ты с нами. А значит, сейчас мы с тобой отправимся на прогулку. А, и вот еще. Теперь тебя нужно одеть, чтобы все видели, ты из братьев Бури. О, мне дали это самое. Меховые сапоги, перчатки, кираса братьев Бури. Почему ты решил, каковы цели сначала этой войны? Сначала мы вытурим из страны талмарцев
их проклятых марионеток имперцев. Потом мы вернем Скайриму былое величие. И вот тогда мы пойдем войной на Доминион и покажем остроухим мерзавцам, что не все готовы быть их рабами. Почему ты... Так, какое у нас задание? Я обнаружил, где захоронена зубчатая корона. Ты представляешь? Я почти уверен. Она там. Мы отправляемся в Карваньюнд. Но если там и впрямь похоронен старый король Боргас, то боя не избежать. Братья Бури уже собираются вокруг усыпальницы. Там и увидимся, как только я закончу мои дела здесь. Окей. Ты полагаешь, там опасно? Да. Старого короля Боргаса убила великая охота. Одним богам ведомо, какие темные проклятия эти эльфы наложили на его останки. Па, в усыпальницах королей всегда полно ловушек против расхитителей гробниц. Но ничего такого, с чем не справился бы отряд братьев Бури, уверяю. Так, окей, погнали, короче. Не дожидайся меня. Поглотит бездна. Я все равно... Они требуют созыва собрания. Я не великий стратег, но лорд Ульфрик все равно прислушивается к моим советам. Эти сопляки собирают... Так, давайте заценим, что нам за одежду дали эти чуваки. Сыромятый шлем, а что он у меня вообще делает? Это вообще какая-то хрень. Черное, синее одеяние мага, это надо продать. Роскошная одежда. Ух ты, роскошная одежда. Вот это прикольно, это мне надо зачарить будет. Потому что я сейчас хожу, по-моему, в богатой одежде. А есть еще роскошная. Роскошная круче богатой. Амулет Мары, капюшон. Кираса братьев Бури. Кожаный шлем малого восстановления. Это вот это говно? Ой, ребят, я даже не хочу... Я даже не хочу как бы это брать. Ой, что я выкинул? А она преподнесет Скайрим эльфам на серебряном блюдце. Сапоги гильдии воров слышал. Корона подтвердит законность. Так, ладно, нафиг, нафиг, нафиг. Что тут? У них нету этой зачаровалки тут нигде. Что тут у вас? Но это... А если это просто выдумки? Так, ладно, пофиг, у них тут еда. Пойдемте, наверное, в этот самый. Венхельм казармы. Королевский дворец. Так, погнали, короче, воевать. Я думаю... Погнали воевать. Так, а куда мне надо воевать идти? Куда мне надо идти воевать? Что-то я не вижу маркер. Ребят, вы видите маркер? А, вот, стоп. Караваньонт. Так, встретиться. Вот вопрос, откуда ближе прийти? Ну, тут вроде мы гор нет, пещеру или от этой фермы. Давайте от этой фермы пойдем. Не суть, по сути. Не суть, по сути, но мы пойдем от фермы. Текс. Двуручный меч быстрее секиры. Логично. Так, сохранимся, как обычно. И пойдем воевать. Мы идем на войну. На войну мы идем. Сейчас пойдем, мы придем. На войну мы пойдем. На войне хорошо. Крысы там отгребут. На войне хорошо. Ведь мы там всех победим.
Потому что Давакин, Давакин, Табатей да Скайрим, Оминай, Вокуль. И пошел он там встал. Афинору Фара. Так, Карваньюнт мы просветили. Карваньюнт, ну надо будет нам все сходить потом. О, тут уже тусняк собрался. Тут уже тусняк. Так, ребят, если что, я с ядерным оружием. Приветствую, Галмар. Какова ситуация? Холодно, как в кишках у ледяного призрака. Какие-то имперцы разбили лагерь у входа. Им так хорошо и тепло возле костров. Имперцы? Ладно, если они удобно расположились, давайте подкрадемся и отправим их в могилу, пока им хорошо. Что тут делает легион? Проклятые имперские шпионы! Ладно, по крайней мере, хоть разбей. Так, пошли воевать. Пролить имперскую кровь за Скайрим. Да. Рад слышать. Так, F5, теперь нужно найти... меня. Эти имперцы тут не случайно. Где имперцы? Ой, луки, 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 с луками у меня. Так, ладно, они там зарубили имперцев. Блин, вот мне не нравится с это, с союзниками. Можно я один все сделаю? Мне так оно как-то больше прикалывает. О, тут труп брата Бури лежит. Это бандит. Имперский солдат. Да ну, лажа вообще какая-то. У них даже лутать нечего. Вот это мне нравится. Быстро и кроваво. Они никогда не узнают, кто на них напал. Но не надо недооценивать легион. Многие из них такие же норды, как и мы. В этот раз у нас было преимущество внезапности, но теперь нам будет не так. Так, чувак, погнали, хватит речь толкать, сейчас всех снесем. У нас есть преимущество ядерного оружия, понимаешь? Пацаны пошли вперед. Выбирай своего и вали его. Атакуем по моему сигналу. Пора показать, чего мы сделаем. А где еще? Блин, что-то как-то вообще стрёмненько. Чуваки вообще бегут нон-стопом. Дайте хоть золото. Энгар, стоять и охранять вход. Нам не нужно, чтобы подкрепление имперцев застали нас врасплох. Остальные давайте за мной. Так, окей, даем за тобой. Погнали. Только можно я вперед пойду, а то вы как обычно. Чума на империю! Я полью землю своей кровью! Умри! Чувак, тебя убили. А мне даже и убить некого. Эти всех валят. Но я этих двух успел застрелить. Нормально. Не нравится мне все это. Отличное место для засады. 10 к 1, они ждут нас на той стороне. Да погнали, у меня ядерное оружие. Ты уверена? В таком случае, дамы, вперед. Ступай туда. А мы тут постоим. Прикроем тебя в случае чего. Поубавилось прыти? А тогда, может, получим момент и слегка оглядимся, а? Эй ты, салага, посмотри. Может, найдешь другой путь. Мы придем на помощь, как только услышим звук. О, а можете не приходить, ребят. Мне вообще норм.
Может, ты найдешь проход где-нибудь сверху? Найдите! Давай сразу предупредить остальных! Все, вопросов нет ни у кого. Чуваки, а чё вы тут так стоите, напряглись в стену? Вы, короче, как обычно, да? Понятно. От вас помощь прям эпичнейшая, просто помогают мне нифига себе как. Ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, я не застряну. Жил-добыл Рагнар Рыжий, пустой сундук нашел. И потом он куда-то взял и ушел. Ага, чуваки сюда бегут. Логично. Так, тут был сундук. Золото, свиток, гармония, черный камень душ прихватим. Ну, зелье лечения нам не надо. Что это было? Это был... Удачный удар. Так, ладно, чуваки. Я верю, вы там сами разберетесь с ним. О, у нас минус солдат. Супер. Во имя... Что это? Нет, и совершенно об этом не жалею. Спокойно. Пара пыльных ходячих скелетов нас не остановит. Так же, как и имперцы. Мы не уйдем отсюда, пока не получим то, зачем пришли. Пойдем! Вперед! Вперед! Так. Сохраняемся. Так. Погнали. Ребят, если я кого-то зашибу, вы сори, ну. Откуда ты? Напрягись себя, крыса! Там чувак его рубит вообще. Уступать мне дорогу. Зал истории. Должно быть, мы уже близко. О, я слышала о нем. Говорят, эти стены повествуют об истории древних, построивших это место. Жаль, что мы не можем прочесть надписи. Кто знает, что за секреты были сокрыты? Похоже на коготь от каменной статуи. Берегись! Я бы не стал повторять. Разве что ты точно знаешь, что она откроется. Так, я знаю, там на этом когте же... это нам и эбонитовый нужен, да? Дракон, какая-то птица и лиса. Или бабочка, что это? Так, сейчас поставим дракон. Бабочка и лиса. Нет, лиса. Похоже, дверь откроется, если правильно повернуть эти кольца. Да ты что, серьезно? Молодец! Да что ты, правда? Ладно, солдаты, смотреть в оба. Известно, что нас ждет внизу. А куда идти-то? А, сюда? Блин, не, ну вы, конечно, вообще... Пошли, парни. Рассредоточьтесь и посмотрите, что тут есть. Салага, делай то, что ты умеешь делать лучше всего.
Посмотри, не сумеешь ли ты открыть эти ворота. Открыть ворота? Открыть ворота. Продолжай искать, Салага. Должен же быть способ открыть ворота. Да, да, да. Только найти бы этот способ. Ладненько, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получите удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.